Всем привет! Очередная распаковочка. И как всегда у меня на обзоре призы и подарки, которые я выиграл за монет AliExpress, купил за 1 цент. Сегодня у меня 6 посылок. Здесь должны быть, как всегда, чехлы, защитные стекла и какие-то кольца, не знаю. Давайте начнем с этой. Здесь, я уверен, здесь должно быть стекло. При монтаже вставлю, какая это модель будет. Защитное стекло на камеру. Удлиненное. Может, оно видно, отсвечивает, конечно. Следующая посылочка. Здесь какая-то прищепка, зажим с резьбой, смотрите. Я не знаю, куда точно она предназначена, но в хозяйстве пригодится зажимать какие-нибудь предметы. Допустим, если что-то склеивать. Вот такая вот штучка. Если кому-то надо с Алматы, продам, не знаю даже за сколько. Сколько за нее дадите? Следующая посылочка, здесь что-то плоское, маленькое, здесь, скорее всего, кольца. Да, это колечко, но это не то кольцо, которое я думал. Size 6 написано. Вот такое вот колечко сейчас сфокусируется. Только на мизинец налезло мне. Девушки, если вам нравится это кольцо, покупайте, отдам дешево. Так, а здесь интересно, другое колечко должно быть. Здесь несколько колец, смотрите. Вот такое вот колечко. И еще одно колечко. Вот здесь два одинаковых кольца, по-моему, да. Смотрите, они абсолютно одинаковые. Если кому-то нравятся эти колечки, покупайте Алматы, а там дешево. Здесь чехол, здесь я уже нащупал, здесь должен быть чехол. Такие чехлы у меня уже были. Здесь всякие ценники, всякая реклама. Ну, если кому-то нужен, обращайтесь. А здесь у нас что? А, все, вспомнил. Вы ни за что не догадаетесь, что это такое. Ну, только если по полоскам. Это зебра. Это какая-то зебра, наклеечки, зебры, стикеры. Тоже продам по дешевке. Обращайтесь, если кому-то такая нужна. Вот такая вот на сегодня распаковочка. В следующей распаковочке будут другие колечки. Так что не пропустите.